И всем привет, дорогие друзья. Пошел нахуй. Ух ты, сука, сутула. Что ж, соберем патроны. Теперь они хотя бы имеют смысл. Где эта собака стула сдохла? Да, да. Так, кто-то умер. Там вот здесь. Были у нас же, отлагивайся. Ну вот сюда пока пойдем, сходим. Плохо, нет транспорта, хотя бы транспорт был. Или что? Вот. Аля, отлагалось, все хорошо. Да и роботов маловато, блин. Хотя своих денег она стоит, то есть не заломили цену в 2000, там предзаказ какой-нибудь за 3,5, да. Но все равно пустая, вроде как стоит, но она пустая. Так, поэтому... Да, здесь прикольно, текстуры плавают. Так, идем дальше. Почти пришел. Добыча 8, да? Все. Там, опа. Все, сюда уже никто не попадет, в принципе. Да ладно, я застрял. Блэд. Да выскакивай, ну вылазь. Нет, она не отметилась. Да ладно, ну вылези, а. Опять базы, блин, она, наверное, и не будет домом. Что, будем ждать загрузку? Ебать, это что сейчас было? Что сейчас было, вопрос? Что за звуки? Что-то сломалось. О, так быстро. Да ладно, да чё они опять зарезались-то? Почему? А чё они все такие, гляньте, коцаные? Пометки, пидоры, так, конечно, лучше не выходить, да? Слышите, товарищи, он попадануть хотел. Да, они пустые. Странно, а почему они зарезались? О, 247. Странно. Ну что ж, пробежимся еще раз. Туда больше не будем лезть. Правильно бегают. Да, правильно.
Странный контейнер. Одна из восьми. Вот это лагануло. Вот с чем это связано? Дом впервые такой вижу. Хотя собран. Да, на минималках проседает. Ну что? Да, пистолет. Шесть из восьми, где я что-то не нашел, ладно. Ну и в принципе все, но если только сюда еще дойти. Полутать дома пока что. Вот, бункер Веслан. Где этот бункер? Ну хорошо, хоть уровень апнем. Да где он? Они либо в скале, что ли, находятся. Ай ты, сука. Там мразь меня нашла, да? С бункер? Так. О, ёпта. А откуда они прибежали, блядь? Беги, долбоёб! Да ладно, что, всё? Выберите точку появления. Ебаться, сраться. Опять они там резнулись, сука. Там у нас, оказывается, где-то бункер есть. Ну, хоть не ночью лазит, а то ночью что-то жестко. Ну, еще два. Ой. Блин. Ну, сейчас, я думаю, наберем. Я сюда всегда можно резаться, вот прямо сейчас, вот так прокачаться. Вот я нашел баг. Правда, они будут пустыми, но зато будет шмот. Сука, я уже в третий раз сюда иду. Ну что такое? А где ж у нас бункер оказался? Это вот он вот здесь? Нет, 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 нет. Я шел сюда. А он где-то вот здесь. Ладно, так и пойдем. Как появится бункер. Попробую войти. Но откуда они набежали? Там главное так много, я вот что-то даже не понял. Возьму.
Почему это пистолет-пулемет? Это автомат же обычный. Чё не так? Твоей залупой летающей. Блять, я попал, но... Блять, в бегущего попал, в стоящих не могу, ну здрасте. Вылетели они, гляньте. Тут опять пустой. Даже оружие есть. Ебаться, улыбаться. А кто здесь должен быть? А кого мне сюда притащить-то? Да ты чё, сука? Открывай, блядь, бункер, тварь. Странно. Как мне надо себя туда добавить, чтобы оно открылось? Ну ладно, хорошо. Приду позже. Охуеть. Они еще здесь спят. Он там наверху еще, сука. Что я не рассчитывал, что он будет так близко. Есть собаки, а есть вот эта дичь. Они будут за ней летать, да? А? Так, минус. Так. Минус. Блять, он любит, блять. 42, да? Отлично, будет мне уровень? Нет. 42, если я беру. Нет, это все-таки не это. Закрыто, да? Ебутся в шины голове, ну блядки рот-то. Ладно, да уровень нужен, чтобы типа уметь вскрывать, а у меня еще и три отмычки есть. Даже не представляю, как надо вскрывать. Вот тут снизу можно посмотреть. О, а кто это тут у нас? А кто это? Главное, чтобы не мелкие были. Пошел в жопу. Бля, нехорошая музыка. Есть. Навыки. Взломщик. Да ладно, здесь еще какой-то бункер есть. Может быть, он меня впустит.
сложились. Что все на каких-то сканерах стало? Мне не нравится это. Я вообще никуда уже попасть не могу. Так, взломать замок. О, получилось. Значит, это просто, да, вот так. Спасибо, что здесь, в принципе, ничего нету, хотя... Оу, прикольно. Так, а вот где у нас что было закрыто, я уж и не помню. Это в начале там самом, да? Там не пускают, тут не пускают, блин. Опять, слушайте, ну этот ящик просто невозможен, сука. Все ящики как ящики, блядь. И тут есть бункер. Теперь мне нужны отмычки. Блин, да что, неужто прям все так плохо? А? Ну, хотя бы пускай будет так. Это хотя бы адекватно выглядит. Да, ну не, ну это... Просто кто нужен для сканирования? Выживание, поддержка, техника, собиратель. Хотят больше. Ну, все, в принципе. Что нужно, я так и не понял. Ну, карта здесь, блин, гигантская, я бы сказал. Прям по дорожке. Бункер Веслам. Сейчас ударного оружия. Вот идешь, пусто, что прям даже обычно. Они также могли бы их снести. Что нам по пути попадется, только это, да? Хотя вот можно обойти. Проще будет тогда после моста налево уйти и там вернуться. Все равно не понимаю, чему она такая мощная. То есть, типа, ну, графа здесь такая себе, сказал бы, средненькая. А что это за дорога? А, ну да. Пиздец. Что? Дура даже. Это не могло у меня так не прогрузиться. Весь мир-то нормальный. Пиздец.
Тут явно нет оптимизации, поэтому она так лагает. Игра 19-го года. О! То есть именно, как это сказать, самой вот этой платформы. Не знаю, как она. Ну да все, пиздец, ебать. Здрасте, приплыли. Да, то есть, ну, тут просто... Какие-то, ну да. Видать, люди знали, что поэтому. Честно, охуенно. Полсерии бегаем, полсерии, блядь, загружаемся. Спасибо, что спустя миллиард лет ты решил это сделать. Тут, блядь, что, кто-то есть? Кстати, здесь и были двуногие. Как бы прикольно это не звучало. Все, ёпта, пойдем еще. А здесь вообще, вон, все просто, вот-вот, блядь. Сюда в принципе нельзя идти, но, как я понял, это лесополоса показана, что, типа, здесь вот так. Много деревьев. Это не значит, что там не должно быть текстур. То есть, поверхность там есть. Нормальная. Бля, мне вообще теперь стрёмно здесь бегать. Чё, опять куда-нибудь, бля, провалишься? И здрасте. Вот, ладно. Последний раз бегу. Будет же так, если будет такая же херня. Ну, остановимся, а там, я не знаю, будем ждать, пока её там обновят, там, или что-нибудь еще сделают. Да нереально. Хотя потом посмотрю, может, кто, у кого и нормально, может, это я единичный случай. У меня такой. Вот. Я, в принципе, люблю ломать игры. Я опять куда-то не туда. Бля, бункеры открыты, вся хуйня подошел, провалился. Что это такое? Вообще ни в какие ворота не лезет. Ну да, там я был. Вот тут все хорошо на этой половине. Как будто сделали только одну локацию пока что. Наполнение мира никакого. Что, вот эти там, блин... Прогрузил. Потому что мост я вижу уже относительно нормальный. Дай бог. Дай бог, чтоб так и было. Живот сейчас
повыше, да? Он вроде как нормальный. Вроде бы. Я, блядь, буду в следующий раз проверять. Может быть, типа, на слабых компах в начале, когда ты подгружаешься, тут вообще ничего нету, и все роботы вниз куда-то падают, а которые появляются... Вот, там я нормально думал, тоже прохожу сквозь него. Думал, все, опять ушел там. Просто склон. Ладно, не суть. Вот они, брезенты, кстати, они стали хоть лучше выглядеть. Идите на звук выстрела, твари. Отлично. Ну, вовнутрь зайти нельзя. Я так и думал, что будет нельзя зайти. О! Так. Да, она еще и хорошая. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не надо так делать, отвисни. Пожалуйста. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай. Что такое? Он мне сейчас пытается весь континент, вот этот маленький, прогрузить. Ну, не маленький, а вот на который мы перешли. Или что? Что тебе не понравилось? Ну... Подождем. А, заебись. Ошибка. Сент-репорт, блядь. Ебаш. Ай, так, по ходу дела все. Сегодня, блядь, никак не получается. Я, конечно, сейчас зайду. Вот. Пытаюсь. Что она прям совсем, блядь. Ой-ой-ой, что-то совсем все плохо. Да, я сейчас появлюсь опять, хуй знает. Где, блядь? А, ну да, и что у меня? А пушка-то сохранилась. Ладно, в принципе, выброшу. Ну, пушка-то сохранилась. Блядь. Конечно, вообще просто в шоке, сука. Куда? Иди, давай, блядь, на единицу, похеру. Автомат. Как же? Вроде немецкий изучал, в принципе. Я его не изучал. Он просто был. Гивер, получается. А, мягкое должно быть такое, на... Зеленый, но выглядит как будто серый. Ладно, давайте дойдем. Хотя, а где? Я его вот тут где-то нашел, да? Ладно, пытаемся по мосту перейти, заодно убедимся, все ли в порядке. Ух, ебать, ну и где? Этого даже не было. То есть, наверное, половина, что я не могу найти, его, блядь, не заспавнилось. Спасибо. Что ты решил выстрелить, блядь. Бац, бац. Сигнальная шашка, сигнальная. Видать, они об этом говорили. А, прицел для винтовок. Зеленого качества. Да, все, в принципе, взять. Ой-ой-ой. Вот это мне больше нравится. Я лучше с этим, блин, побегаю. Хорош. Вообще, вот это меня радует. Хоть что-то интересное. В
принципе, машина сгоревшая, ничего нету. Сука. Нет, все, мне кажется, оно нормальное, да? Вот что это за лапы, блядь? Там кто-то есть, да? Кто застрял в текстуре? Эй! Да, это он и есть. Что ты, блядь? Такие. Купи воду. Ой-ой-ой, блядь. Что ж за хуета-то? Что ж мне так не везет? Вот здесь то ли машина была, я сейчас почувствовал. Типа из этого можно сделать скорострелку, да? А чё, полуавтомат. Вот и будет снопа такая у нас. Смотреть можно там. Так, ладно, сейчас я гляну все-таки это, дойду до бункера. Дойду до бункера. Ну, я думаю, остановимся. Вот, бункер с каром. Наверное, под землей все-таки. Опа, ёпта, двуногий! Наконец-то я, блядь, вам его показал. Проканывает, все-таки это мощнее. Ух, ебать, кто? Сука. Не-не-не-не-не, нет, хилься, 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 хилься. Давай, хилься, блядь. Да пиздос, дай встать, мразь. Он, блядь, еще... Блядки рот. Не было, блядь, печали. Блядь, да стой, остановись, гондон. Успокойся. Пиздец. Ладно, все, я понял, нам вообще сюда никак не пускают. Все, появляемся здесь, сколько нам потребуется. И тогда в следующий я все-таки туда дойду, как видим, стало все получше. Хотя бы прогружается. Вот, ну это просто пиздец. Конечно, нихуя сказать. Видать, там уже будут двуногие. Ходить не собаки, да и собаки, наверное, будут. Вот. Поэтому как-то так. Ну, игра... Блядь, оптимизацию все-таки требует. Как мне кажется, конечно, на мощных-то системах все, скорее всего, хорошо. Но вот на более слабых, таких средних... Все плохо. Единственное радует, что он там теперь один. Ну или двое их там осталось. С этим я разберусь. Так, все, отлично. Спасибо, что все-таки решил что-то сделать. А тут двуногие тоже появились. Ну хоть на них, блядь, оторвусь. Идите сюда. Куда ты, ебаная, блядь, хуйня? А он новый, ебать. Все-таки они могут как-то... Что? Где еще один? Где-то еще один есть. Крендель. Ну, пустой, блядь. Что за хуйня? Но он не боевой, потому что... Все, ладно. Здесь мы остановимся тогда, дорогие друзья. Где ты, мразь?
Я говорю, блядь, вот там, блядь. Паскуда тварь. Вот, в следующей серии пойдем в бункер. Вот, ну а с вами был Хамстердед. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте рассказать обо мне своим друзьям. И до скорой встречи, всем пока, ребята.